если вы меня спросите, возможно ли перемещение во времени, я вам скажу, однозначно возможно. Это абсолютно точно так. Но дело в том, что этот вопрос, который во многих фильмах популярных, даже детских, этот вопрос ставится и даже как-то решается. Несмотря на то, что вроде как вопрос детский, это один из самых серьезных вопросов, и, соответственно, он сопряжен с серьезными вопросами к самому, к тому, кто задает этот вопрос. То есть, задавая этот вопрос, ты берешь на себя очень многое. Поэтому вот это нужно иметь в виду. Ну, а, как говорится, короче, переместиться можно и в прошлое, и в будущее. И, конечно, вы прекрасно знаете, но если вдруг вы не знаете, то скажу, что это уже и делали неоднократно. Я думаю, скорее всего. Но, впрочем, я думаю, про это лучше всего не говорить в открытом эфире.